Бусинка-помощница. Мама вяжет зайчика. А бусинка, наверное, думает, что мама мышку для нее вяжет. И вот эта наша бусинка сегодня маме ниточку держит своими коготочками. Мягкие лапки, а в лапках царапки. Посмотрите, какая она характерная. Хвост показывает, что ей что-то не нравится. Ее трогают, забирают у нее ниточку. И вот это она ниточку держит, как котенок. Хотя наша бусинка уже взрослая девочка, ей уже 3 года. Вот такая наша бусинка характерная. Пришла к маме на стол, да, и ниточку кусает. Мама ниточку все натягивает и натягивает. А бусинка думает, брать ее или не брать. Ну, давай лапкой поиграй. Поиграй лапкой, моя красавица. Ой, моя британочка. Ой, хвостик показывает, что-то не нравится нашей бусинке. Разместилась, а окошко открыто, чтобы на нее ветерочек дул, потому что жарко. Вот так вот. Мама ниточку заберет, а бусинки даст. Уже не хочешь ниточку держать? Все, уже не нравится? Ох ты, бусинка. Да, красавица наша. Вот это наша бусинка такая. С характером дама. Не лежится ей и не так, и не эдак. Куда-то хочется идти, да не знает куда. Да, бус? Да-да-да. Куда идти, что делать? Поэтому улеглась. Ну, лежи.